С Бузовой жить невозможно. Популярный в прошлом артист рассказал о нравах звезды и ее коллег по цеху. Певец Данко раскритиковал звезд шоу-бизнеса за нежелание помогать своим коллегам в тяжелых жизненных ситуациях. В 2014 году у Александра Фадеева, известного под псевдонимом Данко, родилась дочь Агата. Врачи поставили ей неутешительный диагноз. С тех пор все средства, заработанные певцом, уходят на ее лечение. Артист подчеркнул, что в современном шоу-бизнесе мало кто протягивает руку помощи. Данко утверждает, что во времена своей славы он тепло общался с Ольгой Бузовой, Жанной Фриске и Филиппом Киркоровым, но сейчас они отвернулись от него и прекратили дружить. «Как-то раз приехал на тусовку. Тогда я уже слетел со всех чартов, меня не впускали. Смотрю, Жанна в ВИПе стоит, я ей говорю: «Привет, Жанна, скажи, что я с тобой». Она отвернулась и дальше продолжила веселиться. Для меня это был такой удар», – с грустью признался певец. Досталось и благотворительным фондам, которые, по его словам, занимаются только пиаром. В заключение Александр поблагодарил бывшего супруга Ольги Бузовой, полузащитника футбольного клуба Дмитрия Тарасова, который дал ему деньги на лечение Агаты.